Сегодня тот день, когда страна по-настоящему идет вперед. Потому что мы сегодня открываем крупнейший цех в нашей стране по производству химических средств защиты растений, а именно фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян. Поехали! Ура! На торжественной церемонии открытия нового цеха присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Компания «Щелково Агрохим» – крупнейший российский производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян. Входит в список системообразующих предприятий России. Соглашение о строительстве завода по производству действующего вещества для гербицидов и пестицидов было подписано в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня мы находимся в цехе, который имеет огромную мощь. В этом цехе фактически сосредоточен новый завод по производству огромного количества новых средств защиты растений. А наше место в рынке средств защиты растений, оно достаточно большое. Если сказать, что о месте российских производителей, которых 10 компаний, да, то 10 российских компаний сегодня занимают 68% российского рынка. «Щелково Агрохим» находится в этом списке, конечно же, в первых двух строчках. Поэтому мы занимаем 18 порядка процентов рынка и продолжаем расти. По словам гендиректора, в системе защиты растений очень важны новаторские разработки. В новом цехе «Щелково Агрохим» площадью 5000 квадратных метров будет производиться 49 принципиально новых препаратов. 8 технологических линий позволят производить одновременно 8 наименований нанопродуктов с низкой химической нагрузкой на экологию. Я хочу поблагодарить вас и вашу команду. Поздравить с Днем химиков. Я хочу поблагодарить нашего президента. Потому что фонд развития промышленности, который здесь принял активное участие в действии, здесь все самое современное, все самое конкурентоспособное. И отечественное, и наших друзей из Белоруссии, и современные мировые разработки. У меня сегодня почетная миссия вручить от президента нашей страны Владимира Владимировича Путина награду «Солист Добавич». Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден доктор химических наук, академик Российской академии наук Каракотов Салис Добавич, генеральный директор. Полностью автоматизированный цех, построенный в рамках импортозамещения, в год будет производить 20 тысяч тонн продукции для защиты растений. Кроме регионов нашей страны, их планируют поставлять в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и другие страны. Химия – это наука, которая превращает простые вещества в полезные для человека вещи. Вот здесь будут превращаться простые химические продукты в полезные для человека сложные, конечно, продукты. Я хочу поблагодарить вас, уважаемый губернатор, за то, что вы сегодня здесь с нами, за то, что вы всегда с народом. На открытии были вручены благодарственные грамоты губернатора сотрудникам компаний, труд которых позволяет предприятию добиваться высоких результатов. Запуск еще одного цеха запланирован на 2025 год. Ввод его в эксплуатацию позволит замкнуть весь цикл производства наиболее востребованных средств защиты растений внутри страны. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.